Много-много лет тому назад, еще во времена Ивана Грозного, в посаде Большие Соли, расположенном по обеим сторонам реки Солоницы, местные жители добывали поваренную соль. Она нужна была для засолки и хранения мяса и рыбы, капусты и огурцов. В общем, ценилась в те времена на вес золота. Местечко быстро росло, жители богатели и строили храмы, и школы, дома, и дороги. Но не все вечно. Закончились ближайшие леса, откуда добывали дрова для выпаривания воды. Да и соль стали находить в других местах, и место пришло в упадок. Но заключенные в соляных колодцах природные богатства вновь обратили внимание в 1881 году, когда был проведен химический анализ местных залежей природных солей по ходатайству земского врача Курочкина. Анализ позволил отнести их к типу умеренных вод поваренной соли и рекомендовать к использованию для оздоровления, особенно в виде ванн, так как было найдено достаточное сходство с минеральными водами, полезность которых была уже широко известна. В 1915 году открылся и стал функционировать курорт «Большие Соли». Он представлял собой тогда деревянную избу с четырьмя чугунными ваннами, где целенаправленно лечился ревматизм, радикулит и другие заболевания опорно-двигательного аппарата с использованием обычной поваренной соли местного происхождения. Великой Отечественной войны на территории курорта размещался эвакуационный госпиталь. Он был открыт в 1941 году и рассчитан на 300 коек. А с 1963 года Большие Соли становятся больницей. К 1985 году в Больших Солях была проведена масштабная реконструкция. В это время в больнице было открыто новое направление – лечебная физкультура верхом на лошади. С 1984 года должность главного врача занимает Александр Аполлонович Барбакадзе. За время его руководства Центр медицинской реабилитации «Большие Соли» признан лучшей здравницей несколько лет подряд. В 2005 году на базе больницы восстановительного лечения «Большие Соли» Александр Аполлонович основал медицинский спа-отель. У «Больших Солей» нет конкурентов в России, да и в Европе их считаны единицы. За 100 лет работы «Больших Солей» в руках высококвалифицированных специалистов нашей больницы встали на ноги тысячи пациентов. –